все-таки мы добрались до последней нашей цели. На сегодня. На сегодня. Так не говорите последний, что вы. На сегодня, которую мы хотим, решили посетить. Храм, старинный храм, находится в выселок Горский. Здесь такая красота. Да. Рядом, под Угором, речка Заячья течет. Вот. Храм старый, но заброшенный. Раньше здесь были мастерские в советское время. Здесь был, в избушке рядом с храмом, был медпункт, работал этих медпункт этих населенных пунктов, рядышком деревушек. Вот. Ну да, вот. Но, ну зайдем, наверное, с той стороны. Да, а с этой, вон там, с той стороны фото, наверное, или с той, да, можно там. Зашли мы в этот храм. Крыша почти везде вся провалилась, стены. Вот фреску-то видно, видишь? Но единственная фреска, здесь все было фреска, все разукрашено, вот все красиво. Но одна осталась, сохранилась, ее еще можно видеть. Вот там немножко, видишь, закрашено. Да. Тут закрашено. Это коммунисты закрасили. Наверное, это в советское время закрасили, чтобы не было никаких напоминаний, что находилось в этом здании. И сделали, как всегда, гараж из этого здания. Да, здесь были мастерские. Пройдемте. Ремонтировали трактора. Церковь большая. Пойдем, Юрий Павлович, посмотрим на вид из окна. Вид из окна прекрасный. Мы сидели на скамеечке, а теперь да. Вид из окна какой. О, просто прелесть. Просто прелесть. Все деревушки видно. Такой большой обзор. Столько деревень. Красивое место. Со всех деревень в этот храм ходили молиться. Люди. Да. А ты был в этом месте уже? Я. Или тоже первый раз, как я? Нет, мне здесь прививки делали. Прививки делали? Да, когда. В детстве? Медпункт тут был. А-а-а. Вот здесь взялись за чистку храма кто-то. Возможно, восстанавливать будут. Крыша-то... Деревянная, еще балки остались. Нет, я смотрю, крышу-то не закрыли или заново. По-моему, это заново уже закрыта крыша-то. Может. Сейчас мы с улицы посмотрим. Видите, какой огромный храм. Решетки. Еще кое-где сохранились. Да, крепкие. Железо с тех времен еще. Даже я не знаю, что тут. Что не знаешь? Возможно, здесь еще один предел был. Разным священникам, святым людям молились. Вот выходим. Но какие, кому пока не нашли напоминания. Выходим из храма. Выходим из храма. Посмотрим. Возможно, тут... Что-то хотят делать, но у нас пока данных нет. Ну, главное, мы добрались сюда. Да, добрались. И всего скорее это самое тут что-то закрывали. Пойдем еще раз на природу красиво посмотрим. Сейчас обойдем храм вокруг. Красота. Место, конечно, замечательное. Что еще можно сказать тут? Мало знаем мы свою историю, своего края. Ну да. Не можем. Ну теперь-то уже побольше. Ну, ищем по крупицам, что нас радует, конечно. А я все думал, что с дороги говоришь, церковь есть какая-то. Uh-huh. Думал, что маленькое такое здание. Нет, как большое. Часовня здание. Что-то думал. Я не думал, что такое большое. Большое-большое здание. Ух, красота тут. Кирпичики вековые. Здесь сколько уже в землю-то ушло. Ну да. Какое оно высокое было. А березы сколько помнят?
Сколько же этим березам лет? Да. Ну, какая она могучая. Да, ну, береза могучая. Так, это у нас подвал, что ли, сделан? А вот в земле это так уже, это ветреницы, наверное, какие-то. Да, ветреницы, наверное, в подвал. Чтобы, да, подвал или что, полы не гнили. Ну что, раньше ветер гулял. Да, ветер гулял, сушил здание. Раньше все по уму делали. Ну это у нас сегодня конечная точка, точка точно. Больше у нас перед домом посетить, если интересов нету. Муравейник забрался в березу. Да. Это уже береза изжила себя. Березовый муравейник. А вот единственное тут вот погибло, все пока еще стоят, держатся. Вот та береза. Уже староватенькая такая. Скамеечка. Видимо, эти березы здесь нарочно посажены. Ряд берез был. Наверное. Вот это самая старая, наверное. Да, смотри. Наверное. Ну-ка, попробуй обнять. Я с березами не обнимаюсь. Попробуй, обними. Вот встань, попробуй. Не, там еще метр надо. А там еще мне такие же руки. Да. Вот это береза. Самая толстая в этом месте. Но все уж тоже начинает гибнуть. Свой век, видимо. Отживает. Отживает. Но держится еще вот сколько зелени много. Сколько веток зеленых, свежих. Ну что, пойдем потихоньку собираться. Пойдем. До машины. Вот тут что-то. А, вот. Остатки роскоши, аккумуляторы. От мастерских. Да, мастерские были. Свинец плавили. Вот видите, тоже ветренки здесь. Да, везде ветренки. Так, хлоп. Да, там видно просвет. Да, да, да. Ну, крыша-то это уже новая. Не это знаю. Не настоящая. Может, потому что шифером покрыто. Да, 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 это уже, видимо, немножко тут. Временно делали. Временно закрывает по возможности. Здесь что-то распахали. Может, что уже дачу будут ставить? Непонятно. Домик какой-то интересный. Маленький, маленький домик. Это при церкви домик. Здесь был вот.